Сотрудники ГИБДД задержали на дорогах Челябинска 50 автомобилистов, которые были пьяны за рулем и могли угробить свои жизни и навредить окружающим. В каждом районе Челябинска останавливали почти каждого водителя. Сначала смотрели документы, затем оценивали состояние шофера. Без протоколов не обошлось. За прошедшие выходные дни сотрудниками госавтоинспекции города Челябинска было выявлено при надзоре за дорожным движением. Также в ходе профилактических мероприятий «Тоннель 50» водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Более того, на дорогах были пойманы 27 водителей, которые ездили без прав, а еще 50 человек в ближайшее время их лишатся, так как сели за руль пьяными.